Вы на канале Маша Мастерица. Я сегодня буду показывать моего питомца. Это мой хомячок. Ему 1 годик. Он мальчик. Его зовут Хомка. Сейчас я его покажу. Он у меня в клетке. Я его не буду на руки брать, потому что его словить очень тяжело. Он энергичный. Сейчас я его покажу. Свой домик затаскивает. Это так смешно, такой миленький мимимишка. Все мои подписчики просили, подписчики мои школьники, и четвертый подписчик, я не знаю кто, кто-то новенький подписался. Я хочу, чтобы больше мне подписчиков было, больше. Потом я своего убитого кота покажу. Ну, не прямо убитого, а которое у него ухо чуть-чуть поломанное. Ну, короче говоря, кот наш драчун. Дерется, ворчит, меня поцарапал. Ну и все. Вот. Сейчас я вам покажу, я чуть-чуть моего хомяка покажу, а то, что я буду просто говорить. И все. Я все, сейчас я вам покажу. Вот он. Это его порода джунгари. Вот улыбка. Что-то может на видео скрипеть, но по-другому никак. И нету никакой подставки. Папа мне обещал сделать мне фон. Вот этого, которое я снимала, не фон, потому это моя стена. Ну давай, шевелися. Сейчас я его домик покажу. Открою. Вот это его крышка. Крыша его. Прости, я его заберу. Там ничего нет. Ничего нету. Вот я пищала. Я надеваюсь, я на диване снимаю. И на полу нигде. Вот я дала. Он живет в клетке, я вам тоже сейчас покажу, только как не знаю. Я отдельно покажу его поилочку. Сейчас я его прицеплю. Сейчас я как-то покажу, не знаю как. Поставила просто. Вот на заднем плане у меня мой рюкзачок. Я ему буду показать, что там. Вот там у меня зайка. Не оранжевый, а розовый. Как ты дела? Я так обращаюсь с моим хомяком. Может, его видно, не видно меня, но все равно. Вот так вот я обращаюсь. О, привет, хомячок! Как твои дела? Мам, давай его достанем. Я всегда утром хочу его достать. Ну все. Сейчас. Так, достаем планшет. Мою камеру. Ну что, я вам показала, как смогла. Этого моего хомяка. Вот. Всем пока-пока.
что не буду упрашивать эти лайки. Ладно, но все равно пока не наберется 4000 лайков. Ладно, тарелочка. Ну хоть иди. Ладно, буду гадать. Один лайк. Пока не будет один лайк. Потому что у меня очень редко выходят эти видео. Не могу никому закончить. Всем пока.